Здравствуйте! Вы уж простите, что все так сразу сумбурно началось. Знаете, когда берешься рассказывать подобную историю, сразу как-то и сам не поймешь, как бы не запутаться. Тем более, что началось-то все совсем не здесь, да и не сейчас. А, пардон, я ведь даже не представился. Меня зовут Джейс, или просто Джей. Это, кстати, я там на веревке болтаю. Эмили, это моя сестра. А София, как сказать. В общем, про нее чуть позже. С ней все как-то непросто. Так, о чем это я? Ах да, самое время выбираться отсюда. Была известна в очень узких кругах под псевдонимами М. энд Джей. Мы славились непредсказуемостью. Внимательно выбирали заказы, детально разрабатывали план кражи, к осуществлению которого подходили исключительно креативно и никогда не повторялись. Поэтому нас никто и никогда не мог поймать. Почему мы тогда взялись за это дело? Заказчик пожелал остаться инкогнито. А это было против наших правил. Может, потому что мы давно хотели попробовать организовать маскарад в качестве прикрытия, но, скорее всего, нас просто разбирало любопытство. Своими глазами взглянуть на древний свиток, за который люди готовы были заплатить 20 тысяч фунтов.
удивительной фотографической памяти. Теперь мы уже были готовы освободить нашу пленницу. Однако разлучиться в этот день нам, видимо, было не суждено. Представившийся нам капитан Вольфганг Шульц оказался тем самым таинственным заказчиком кражи свитка. Он долго восхищался нами и нашими методами, от всего сердца поблагодарил нас за прекрасно проделанную работу, извинился, что не может заплатить, и вежливо попрощался, обещав расстрелять нас без проволочек. Я уже говорил о том, насколько в нашем ремесле важна импровизация и план Б, который гласил, Шульцу от наших живых воспоминаний будет гораздо больше толка, чем от нас мертвых. Капитан, как видно, дураком тоже не был, и тут же решил, что так даже лучше. Согласно его новому плану, я должен был отправиться в ту точку мира, местонахождение которой отныне было известно только моей сестре, и привезти оттуда некий артефакт. Эмили он решил оставить как залог моего возвращения и клятвенно пообещал не стрелять в нее целых 3 дня. А в качестве новой напарницы была назначена София, отчего она решительно отказалась. Тогда ей снова любезно предложили расстрел. Она решительно перебила. Ну что же, не могу не признать, план Б тоже оказался непрост. Пришлось импровизировать. Стоит отметить, что я, не безосновательно, первые пару часов выслушивал претензии мисс о том, кто виноват во всех ее бедах и как стоит называть этого человека. Еще через час я понял, что мой мозг и уши окончательно перегружен. Еще через полтора я осознал, что перегружен самолет, и неплохо бы сбросить мисс лишний груз. И в тот самый момент боги сжалились надо мной и послали на помощь стихии.
что-то про тубус, ключ и храм восьми богов. К сожалению, я не все успел расслышать, но на всякий случай утащил тубус с собой. Если честно, именно с этого места события начали принимать новый оборот. Вряд ли хоть один здравомыслящий человек поверит в то, что я сейчас расскажу. Да я и сам бы не поверил, если бы не видел все своими глазами. Когда моя чрезмерно любопытная спутница дотронулась до одной из фигур, каменные статуи будто ожили. Песочные часы неожиданно перевернулись, и входная дверь с крохотом захлопнулась. Нам явно дали время на решение какой-то головоломки. Статуи была какая-то закономерность, и они должны были вернуться в свое начальное положение. Еще более очевидным было то, что на решение этого вопроса у нас оставалось еще две попытки. Чем подумать. Еще одна попытка, и мне не очень хотелось знать, что ждало нас в случае очередной ошибки.
Вряд ли бы тут все ограничилось одними только закрытыми дверями. Внезапно... заворожен происходящим, что даже забыл о том, что только что хотел накричать на Софью за то, как глупо и безрассудно она себя повела. Однако же она оказалась не так дурна. Когда этот изумительный артефакт оказался у меня в руках, в памяти сами по себе всплыли те самые слова, прочитанные вслух моей сестрой. Смысла их я не понимал, но мои губы невольно произносили их. Слово в слово. Развивались стремительно, как в дивном сне. Только вот ведь незадача. Я ни слова не понимал из того, что сказал наш новый решительный друг. К счастью, совсем скоро стало ясно, что в переводчике не было необходимости. Незнакомец каким-то образом установил со мной мысленный контакт. То были непередаваемые ощущения. Я услышал его голос в своей голове и понимал каждое его слово. Не шевеля губами, я спросил его о том, кто он. И тогда он начал свой невероятный рассказ. Мне имя Альфа. Я служу священной Иде, что в своих руках ты держишь. Мое призвание – защита народа Арика. Живем в мирах мы с вами параллельно, где каждый год 42-й в единой фазе сходятся два наших мира. Тот, кто способен в это время завладеть двумя хрустальными печатями Агахо и идами двумя, портал откроет между нашими мирами. Кто сквозь него пройдет, тот силу страшную сумеет обрести. Вы все здесь не случайно оказались, ибо зло заполучить такую силу жаждет. И духами народа Арикара вы были избраны, чтобы беду предотвратить. Я должен вас туда отправить, где мой народ хранит вторую Иду. Вы возродите там защитника Омеги, как возродили вы меня. С ним вместе мы найдем печати и злу сумеем противостоять. Держитесь крепко друг за друга, иначе затеряетесь в пространстве. И помните, у каждой Иды хватит энергии лишь на один прыжок. Я не совсем понял.
Мы оказались совершенно в другом месте. Природа вокруг сильно смахивала на африканскую. Вот это я понимаю. Прыжок. Загадками храма Золотых Воинов. Чтобы добыть вторую Иду, необходимо было исполнить священный ритуал с оружием богов. От нас, Софии, требовалось отвлечь каких-то оруженосцев. Ну, хоть на этот раз никаких оживших статуй. We'll be right back.
Омега был похож на Альфу, словно родной брат. Установив со мной мысленный контакт, он предложил совершить прыжок в пространстве к месту, именуемому Долина Мертвых, которая носила свое название из-за обитавших там зомби-дикарей. По его словам, именно там и хранилась первая печать. Я же совсем не спешил в Долину Ходячих Мертвецов и предпочел использовать единственный зал второй Иды для спасения моей сестры из плена. Так-то было лучше. Когда вся команда оказалась в сборе, Эмили отошла от шока, и Омега ввел ее в курс происходящего, мы двинулись в Долину Мертвых. По дороге я придумал гениальный план о том, как без особых усилий отобрать печать у бога Аньянка Порка. Рассказывать. Если не брать в расчет то, что мы были заперты в клетках в нескольких метрах над местом, где бродили голодные звери, дела у нас, в принципе, обстояли хорошо. Сестренке уже почти ничто не угрожало. София, Кэти была возмущена тем, что за последние дни ее то и дело связывали или запирали где-то, но все же сейчас тоже была в относительной безопасности. Хорошей новостью было то, что мы все же добыли одну из двух хрустальных печатей. Та-да! Слава Аньянка Понгу! Своим зомби-воинам он даровал так мало мозгов, что в их головы не приходила мысль обыскивать свои жертвы, прежде чем оставлять умирать в этих клетках. Так что рецепт нашего побега был максимально прост. Берем две иды, приправляем красивыми словами и... О-ла-ла! Наслаждаемся эффектным освобождением. We'll be right back.
тренировочного лагеря наемников. Инстинкт самосохранения подсказывал мне, что вломиться туда при помощи грубой физической силы не самая удачная идея. Пришлось устроить очередной маскарад. Мимая кимана роракусная. Разбирались с воинствующей братьей, девочки благополучно проникли внутрь гробницы. В душном и мрачном помещении не было ни одной живой души. Однако, когда Эмили обнаружила печать, попыталась достать ее из саркофага, стало очевидно, что лучше бы они тут встретили тех, у кого все же была жива душа. Thank you.
Капитан Шульц был верен себе и своим привычкам, нанимая людей, выполняющих за него грязную работу. Появившись на месте наглого ограбления, он был, как всегда, вежлив и учтив. Привычки не платить за свои заказы он также, как видно, старался не изменить. Когда мистер «Забираю все, что захочу» взял в руки добытые нами артефакты, его лицо засияло от самодовольства. Он вновь искренне поблагодарил нас и, вопреки ожиданиям, пообещал не расстреливать. Затем он отдал приказ разделить нас с девочками и доставить на какую-то военную базу. Куда нас привезли, жизнь буквально кипела. Было очевидно, что здесь ведутся какие-то раскопки. Когда я прикинулся наивным и поинтересовался у капитана, для чего нас сюда притащили, он улыбнулся так коварно, что мне стало немного не по себе. Затем он достал из сумки хрустальную печать и заявил, что собирается провести тест на их подлость, на случай, если мы решили его перехитрить. Мне было жутко интересно, как же он собирался это сделать? Судя по выражению лица, Вольфганг Шульц испытывал маниакальное удовольствие, управляя своими воскресшими подчиненными. А мне в этот момент стало страшно от одной только мысли о том, что подобные артефакты находятся в руках у этого человека. We'll be right back.
но я не сразу узнал их в новых одеяниях. Я, если вы помните, испытываю страсть к маскарадам. Но этот, по-моему, был уже лишним. Начал радоваться, словно ребенок, нашедший любимую игрушку. Очевидно, он очень долго ждал этого самого момента. Моя тревога по поводу происходящего нарастала еще до того, как Шульц взял в свои руки Фиби. Беспринципный псих владел не только артефактами, способными с легкостью создать армию зомби-солдат, но и взял под контроль Альфу и Омегу. Я по-настоящему испугался. При этом испугался не за свою судьбу, а за судьбу всего человечества. Чувствовал такое отчаяние и беспомощность. Словно рождественских индеек меня на глазах закололи моих сестру и девушку, после чего превратили в зомби-марионет. Я не в силах был этому помешать. Раскрылся, по нему один за другим начали прибывать воины из другого измерения. Они все тут же попадали под контроль служителей ИД и ослепленного своей властью капитана Шульца, обезумевший смех которого не мог заглушить даже звук источающего колоссальную энергию портала.
Без сомнения, Вольфганг Шульц ощущал себя настоящим богом. В его руках была сила, дарующая власть не только над миром живых, но и мертвых. Он стоял там, подняв голову вверх, и насмехался над всем миром. И в тот самый момент, когда от портала его отделяло всего несколько шагов, я вдруг понял, что мне уже нечего терять. Все, кто был мне дорог, погибли. И я не собирался становиться безучастным зрителем грядущего апокалипсиса.